Chairman of Armenia to propose his amendment 48. Армянская делегация предлагает добавить в пункт 6 следующее предложение. Призывает государства-участников ОБСЕ предотвращать использование их территорий террористическими и фундаменталистскими группами. Далее по тексту. Эта поправка обусловлена тем, что события, разворачивающиеся сейчас в Ираке, исламским государством Ирака и Леванта, а также сообщения в ведущих средствах массовой информации мира, очень много убедительных фактов, подтверждающих, что на стороне боевиков, аффилированных с Аль-Каидой, воюют также и граждане, которые являются гражданами региона ОБСЕ. Именно с учетом этого мы внесли эту поправку. Спасибо. Does anyone wish to speak against Amendment 48?